Вот он и Rolls-Royce Phantom. Нормального цвета что-то не удалось пока что найти. Черного или еще какого. Придется на голубом ездить. Это все-таки лучше, чем оранжевый. К слову говоря, вообще на самом деле я хотел не Phantom седан, а Phantom купе. На крайняк дропхит купе. Но сколько не искал, в общем, найти не смог. Ну и, судя по всему, его тупо нету. Купешки. Хотя это, по идее, такая мега-офигенская тачка. Непонятно, почему нету, как бы. Моделлеры стараются как-то делать, чтобы... Ну, короче, в общем, тачка крутая. Если ее нет, моделлеры должны были броситься ее делать. Но ее что-то никто вообще не делает. Какую-нибудь там, не знаю... Ну, не знаю, там, Бэху, шестерку, там, есть каких-нибудь, там, не знаю, 10 вариантов различных. Непонятно, чем отличающихся, ну, там, размером есть единственное, в основном, чем так вот заметишь. И многих таких тачек, там, грубо говоря, по 10 разных вариантов. А вот такой вот офигенской, казалось бы, мега вещи вообще нету. Я единственное нашел на каком-то англоязычном сайте скриншот, но как я понял, это какой-то ник Tails какие-то есть, забыл как называется, и она там типа есть, ну как бы в самой игре, то есть обычного качества. Ну то же самое, как Майбах же есть, как бы в игре тут, но он такой стрёмный весь и на себя не очень сильно похож, но он как бы типа есть. Cognoscenti, тачка, на которую много какие пытаются заменять модели, это вот есть Майбах. Единственное, что не хватает, это нормальных отражений таких крутых. Потому что тут только есть блеск, глянец. Как уж забыл называется, это составляющая. Ну, в общем, он только как бы блестит, никаких отражений в помине нет. А забыл, в какой-то игре из последних, мафия, не мафия, были вообще реальные... ну, в частности, в RC 2010, по-моему, были реальные отображения. Может, еще в какой? Отражение. Но это вообще неплохо, конечно, просаживает. В общем, нагрузочку неплохую дает. Но зато бы выглядело мега шикарно. А вот сейчас она из-за этого тупого... Забыл, как называется. Но единственное, вот этого скудного отражения, она как бы не выглядит так шикарно, какой на самом деле является. Ну, в общем, громадный облом. Дропхида купе нет. Я его даже в реальной жизни в Москве видел один раз. На дороге ехал. Причем не в центре. В общем-то. А более-менее на окраине. Ну и он еще продается в Rolls-Royce, я там как его, салоне. То есть это где-то на Арбате, примерно метров 200-300 от площади, у рядом с этим военторгом бывшим. Там Rolls-Royce салон, и там дропхеды нет-нет, а есть. Ну иногда их нету, только фантомы стоят, а в основном и они такие тоже есть. 22 ляма где-то стоит. Вот мы видим, очень хорошее тут повреждение хорошо сделали. Тот, кто разрабатывал эту модельку. Видимо, очень хорошо смялась именно задняя левая часть. Вмялась. Ща кастанем неплохую штучку. Сейчас только вспомним, как ее кастануть. Опа! Bentley Continental GT, охеренская тачка. Вообще, когда я в 2003-2004 году их ставил, увлекался, тогда еще много какие тачки не вышли, которые еще есть, и было хоть и интересно, но не так, как сейчас, потому что сейчас... Много чего понавыходило, тут же Bentley Continental GT, в то время его еще не было. Во всяком случае, я не ставил это точно. А я бы поставил, если бы была.
Тот же Фантом, Майбах и так далее, тоже ни хрена ничего не было. А сейчас дофига тачек очень крутых появилось, и поэтому просто мега офигенски развлекаться их устанавливая. Вот видите, не хватает отражения. Если были бы крутые отражения, это была бы, конечно, мега конфетка. Она и так конфетка офигенная. Но была бы мега конфеткой. Таких в Москве куда ни плюнь. У меня даже у подъезда как-то однажды стояла такая. Причем вообще на газоне. Брошена как это, Жигуль какой. О, косяк. Да ёптить, ее заносят. Вообще пиздец. Какая-то гламурная розовая точила. А, вон, она только издалека была гламурной. Блять, флэт-аут не проходит, а? Как у флэт-ауте не получается. У этой тачки, конечно, модель повреждений попроще. Либо я что-нибудь так установил, либо что, но... Особо она так сильно не ломается. Тот же Фантом существенно лучше ломался. И вообще, кто говорит, что вот это вот нормальная физика, тот полный мудачок. Ну, так вот.